Петропавловске стало на 7 управляющих компаний больше. Они получили лицензии в этом году, сообщили в мэрии. Всего же в краевом центре сейчас работают 59 управляющих организаций. В крупнейшей из них, у ЖКХ Петропавловска, введена процедура наблюдения. Поэтому ожидается рост количества новых предприимчивых компаний, стремящихся взять на себя ее обязательства. В мэрии призывают горожан быть внимательными при выборе управляющей компании, чтобы не отдать свой дом в руки компании-однодневки. Я хочу обратить внимание граждан, что когда возникает необходимость по выбору управляющей компании, чтобы очень внимательно относились, что это за компания, насколько долго она времени на рынке этих услуг, насколько у них есть персонал, который сможет с завтрашнего дня, если вы сегодня заключите договор управления, уже осуществлять услуги уборки территории, чистка подъездов и так далее. Если у организации нет даже офиса и нет персонала и заключенного договора на предоставление таких услуг, то понятно, что такая управляющая компания не должна существовать и осуществлять деятельность. Всю дополнительную информацию, которая касается выбора управляющей компании, можно узнать в управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда по адресу Ленинградская, 74/1.